Этот котенок играл шариком, но он резко лопнул. Успейте поставить лайк за 3 секунды, чтобы подарить котенку новый. Считаю. Раз, два, три. Привет, друзья! С вами Илюша. Сегодня у нас эволюция размера цунами, но в Роблоксе. Я сейчас нахожусь на спауне, но если мы сейчас вместе с вами, ребятоньки, посмотрим на нашу карту, то видим то, что тут у нас имеется куча различных цунами. Кто-то побольше, кто-то поменьше, но самое главное, есть вот такой огромный топпер. Ладно, мне уже не терпится, ребятоньки, стать цунами, поэтому я, естественно, перебираюсь уже, друзья, непосредственно сюда. Ну и давайте, конечно же, смотреть, на что же способны наши цунами. Пока что у меня первый уровень, и моя задача кушать вот такие маленькие кусты, тыквы, ну и все в этом духе. О, смотрите, кстати, я сразу же могу вот столько много шезлонгов слопать, и это, честно говоря, очень и очень даже удобно. Так, хорошо то, что вот этот парень меня не кушает, и это, ребятоньки, вообще прекрасно, потому что я хотя бы смогу немножечко нафармить свою массу. Ну и видим то, что у меня уже, друзья, 45 массы, уже 47 и 52. Вот это да, друзья, мне нравится, насколько быстро мы сейчас вместе с вами достигаем наших вершин. Единственное, опять-таки, меня пугает вот тут этот цунами, который очень огромный. Лучше я, наверное, друзья, спрячусь от него куда-нибудь подальше, вот, к примеру, вот сюда. Пока что эволюция моего цунами достигает 5 уровня топа. Единственное, меня только что слил топпер. Ну ладно, мы этому топперу еще, ребятоньки, покажем. А пока что я, конечно же, втихаря набираю очень и очень даже большую эволюцию. Вот, кстати, смотрите, опять-таки, наш топпер. Он располагается именно здесь, поэтому я думаю, нам нужно срочно от него удирать, пока он опять не начал нас фигачить. Ну, смотрите, в принципе, если я буду прятаться за вот этим квадратиком VIP, то он, по сути, нас не будет, ребятоньки, догонять, и мы спокойненько сможем дальше эволюционироваться и продвигаться по нашим топам. Кстати, я уже, ребятки, на третьем месте, потому что все остальные друзья, видимо, слились, либо же их слили вот эти дурацкие топы, и поэтому вот так быстренько я уже добился хорошего местечка. Так, ну ладно, мы все равно, друзья, продолжаем набирать массу большую. Видим то, что тут у нас даже цистерна вот такая есть, но, к сожалению, пока что я ее слопать, ребятки, не могу. Ну ладно, зато я сейчас могу слить хотя бы вот одного такого человечка. Кстати, мы за него практически ничего не получили, поэтому я, наверное, сливать даже никого здесь и не буду, потому что смысл какой? Нам выгоднее просто кушать вот эти различные шезлонги и, конечно же, деревья, потому что за них мы получаем самую большую основную массу. Так, ну смотрите, за мной бежит опять-таки, ребятки, топпер. Я буду скрываться от них, конечно же, здесь, за вот этим кубиком. Да, смотрите, эта тактика работает, и они меня не трогают. Поэтому я сейчас буду здесь аккуратненько ходить туда-сюда и, естественно, набирать много и много опыта. Кстати, сможем ли мы проглотить машинку? Да, смотрите, друзья, очень и очень даже спокойненько мы проглатываем и машинку, и остальные вот такие штучки. Кстати, смотрите, как выглядит наше цунами с вот такого виду. Очень и очень даже прикольно. Ого, ничего себе! Так. Блин, капец, друзья. Опять-таки, чуть-чуть я замечтался, и сразу же меня слили. Ну, как вы понимаете, мы, конечно же, продолжаем набирать нашу массу. Меня, кстати, уже перекинуло на другой сервер, и тут у нас немножечко другие ребята, топперы. Вот смотрите, допустим, самая большая волна цунами, это, конечно же, 1,5 миллиона очков. Вы представляете, это реально очень и очень даже большой результат. Но мы сейчас пока что набираем 200 очков, и на нас очень и очень активно уже, ребятки, надвигается цунами. Лучше я тогда сейчас аккуратненько вот здесь пройду, и видим то, что, смотрите, этот цунами все равно продолжает нас преследовать. Да блин, ну как так-то? Такое чувство, друзья, будто больше 500 очков массы здесь вообще невозможно набрать, потому что постоянно нас кто-нибудь, ребятки, обязательно сольет. И, кстати, ничего себе, тут у одного паренька вообще нету скина. Вот смотрите, вроде бы циферки высвечиваются, но при этом я не вижу какую-либо волну. Ну ладно, хорошо, я опять-таки сосредотачиваюсь на нашей массе, потому что я очень и очень даже хочу огромную массу. И смотрите, неужели это месть? Потому что нас тогда слил вот этот паренек с массой в 120 тысяч, а за ним, ребятки, бежит мега огромнейший цунами с массой в 1,7 миллиона. Да, я думаю, это будет очень и очень крутая такая месть. И в итоге все. Наконец-таки этого задиру слили.
слила самое огромное, ребятоньки, цунами, поэтому сейчас мы можем вместе с вами наконец-таки спокойненько, аккуратненько дальше двигаться и, конечно же, прокачивать нашу массу. Вот смотрите, у меня уже имеется 540 очков. Для меня это уже результат. Давайте попробуем еще вот эту машинку слопать. И да, мы действительно вместе с вами это сделали. Единственное, я сейчас проверю, нет ли сзади меня какого-нибудь хвостика. Не, смотрите, все хорошо. Других цунами я сейчас трогать не буду, потому что мы выяснили, что это бесполезно. Лучше попробую сейчас уже слопать какую-нибудь очень и очень даже большую конструкцию. О, смотрите, к примеру, куча вот таких машинок. Мы их, в принципе, лопаем очень и очень даже спокойненько, друзья. Также я бы хотел бы еще попробовать слопать дом. Но вот этот дом слопать, ребятоньки, нужно 3000 очков. У нас пока что 856. О, смотрите, я прибежал опять-таки на то же место, и мне помнится то, что я не мог тогда слопать вот эту штучку. Но теперь водонапорную башню мы, ребятоньки, лопаем очень и очень даже хорошо. Блин, только единственный цунами, пожалуйста, не трогай меня, нет-нет-нет. Эх, все-таки я думал, что топер у нас окажется добряком, но не тут-то было. Друзья, вы посмотрите даже на рекорды. Получается, топер слил абсолютно вообще всех. И поэтому нам придется опять-таки заново набирать нашу массу. Но я думаю, это, ребятки, будет у нас точно финальный раз. Но надеюсь на то, что он у нас будет очень и очень даже успешным. Потому что, в принципе, у меня уже имеется 300 очков. И меня потихонечку уже, ребятки, хочет слить один вот этот топер. Я сейчас специально трусь рядом с очень и очень даже большим пареньком, чтобы он меня, если что, защитил. Или хотя бы, чтобы вот этот парень отвлекся на того. Да, смотрите, это сработало, но не насильно много. Зато я все-таки, ребятки, уже повысил массу до 450. Ну и очень сильно надеюсь на то, что мне все-таки удастся уже поставить мега жесткий рекорд, а именно в 1000 очков, даже лучше, ребятки, больше, чтобы у нас все это дело было с запасом. Пока что, как видите, я уничтожаю побережье. Тут, в принципе, очень и очень много предметов, которые мне дают много массы. И, кстати, давайте попробуем еще вот этот склад техники различной слопать. Да, смотрите, как хорошо у нас это получилось. Единственное, очень надеюсь на то, что мистер Бист вот этот не будет мне мешать. Но видим то, что да, он все-таки мне не мешает. И, кстати, только сейчас заметил то, что топер у нас наконец-таки ушел миллионник. Я думаю, это идеальный шанс наконец-таки взять здесь первое место. Единственное, ребятоньки, я вижу то, что мистер Бист очень и очень даже активно за мной, ребятоньки, идет. И это значит то, что он хочет все-таки избавиться от конкурента и, естественно, меня слить. А что будет, если я сейчас вот так его обману? И, блин, ну все равно, смотрите, я не знаю, что за несправедливость, но он почему-то быстрее, чем я. И поэтому, естественно, вот так меня берет и спокойненько догоняет. В итоге да, все-таки он меня слил, но рекорд я успел побить. Ну что ж, друзья, а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите увидеть продолжение, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!